Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Любителям искусства музей, а фанатам спорта клубы. Какие ограничения сняли в регионе? Первая школа в Новой Самаре. Когда завершится строительство? Фонтан вместо рынка. Как благоустроят в Самаре улицу Авроры? В Самарской области снова смягчили режим ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. С 15 июля в регионе открылись музеи, зоопарк, фитнес-центры, бассейны, частные бани. Разрешаются все запланированные российские и межрегиональные спортивные соревнования. Также предлагается возобновить работу реабилитационных центров. С 20 июля организуют дневное пребывание в течение 4 часов при условии соблюдения всех требований безопасности. Закрытыми пока остаются кинотеатры, детские центры и лагеря, ночные клубы и развлекательные. Заведения. Нельзя проводить массовые мероприятия и концерты. В детских садах по-прежнему работают только дежурные группы. Самарскую область на этой неделе с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. В сопровождении губернатора Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной он проверил ход строительства школы в микрорайоне Новая Самара. Сейчас учебных заведений на этой территории нет. Детей приходится возить в школы на мехзавод и в Крутые Ключи. Олег Зверев тоже ознакомился с планами. Уже через полгода школа в Новой Самаре должна быть готова к приему первых учеников. Строительство вышло на финишную прямую. Сейчас основной вид работ – отделка фасада и интерьера. Сегодня качество исполнения оценил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Он прибыл на стройплощадку в сопровождении губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. Учебное заведение строится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Идея такова – есть новостройки, значит, должна быть и вся необходимая инфраструктура. Школа на 1200 мест в микрорайоне Новой Самары имеет стратегически важное значение. Город стремительно развивается к северо-востоку от центра, и для жителей новых кварталов необходимо обеспечивать доступность образования. Это заведение будет соответствовать всем современным учебным трендам. Кроме того, вот на этой площадке появится масштабный спортивный комплекс. Строительство школы идет в плановом режиме. Работают две подрядные организации. Уже началось благоустройство пришкольной территории. Параллельно с возведением здания обустраиваются и подъездные пути. Единственный раз работы отложили на неделю в начале режима самоизоляции. Но далее строительство возобновили с соблюдением всех противоэпидемических требований. Сейчас у нас дети, которые планируются в эту школу, есть эти три школы Краснодарского района. Это школа крайне востребована. У нас очередность вот по Новой Самаре. Темпы реализации национальных проектов и меры по поддержке экономики Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили во время рабочей встречи уже после осмотра школы. Сейчас нормализуется ситуация и вижу, что принимаются все меры к возвращению нормальной жизни. И стройки возобновились, работа предприятий тоже восстанавливается, экономика, все эти меры. Строительство школы, которое благодаря нацпроекту откроет свои двери, я уверен, уже в этом году, до конца года на территории Самарской области. Мы по всем объектам нацпроекта движемся ритмично, Игорь Анатольевич. Мы стройку практически не останавливали. Неделя была первая, нерабочая. После этого там, везде строительные объекты двигались. Это позволяет нам по, в первую очередь, объектам национальных проектов идти либо в графике, либо даже с некоторым опережением. Самарскую область отметили как один из самых успешных регионов и по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги на строительство, ремонт, реконструкцию новых транспортных артерий стабильно выделяются из федерального бюджета. Правительство помогает регионам не допустить экономического падения, поддерживая бизнес субсидиями и льготами. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События». В Самарской области завершилась весенняя призывная кампания. В армию отправились более 3000 новобранцев. Во время отбора соблюдали все меры безопасности. На COVID-19 каждого потенциального военнослужащего проверяли дважды. Второй раз перед отправкой войска. В итоге выявили 9 случаев заболевания. Годными признали 75% призывников. Они будут служить на всей территории России, от Калининграда до Владивостока. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. Это была его последняя призывная кампания. Генерал-майор уходит на заслуженный отдых после 13 лет работы в Самарском регионе. Его сменит начальник оперативного отдела 2-й гвардейской армии полковник Алексей Вдовин. Достаточно грамотный офицер, прошедший большую суровую армейскую школу. Вот, неоднократно был и в Сирии, вот, награжден многими правительственными наградами. То есть человек достаточно заслуженный. Я думаю, что
я свой коллектив, который я считаю подготовленный, грамотный, готовый выполнить любые задачи в любых условиях, обстановке. Я передам этот коллектив в надежные руки. Что могу заявить, что на завальнику не собираюсь, буду еще работать, где и как, но это покажет время. Неделя в Самаре началась с крупного пожара. Сгорел большой промышленный склад. Пожарные боролись с огнем, который охватил более 10 тысяч квадратных метров. При ликвидации происшествия были задействованы все возможные виды техники. Пожарные машины, поезда, вертолет и катер. Как в понедельник тушили склад, увидела наша съемочная группа. Не только пятница, но и понедельник, 13-е, может быть несчастливым днем. Густой черный дым закрыл солнце над улицей Профильной. Здесь загорелся склад. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС присвоили пожару третий, повышенный ранг сложности. Пожарные отключили газ и электричество в здании и приняли всевозможные меры, чтобы справиться с огнем и не допустить дальнейшего распространения. С момента прибытия первых пожарных расчетов до локализации огня прошло 5 часов. За это время площадь распространения огня составила более 10 тысяч квадратных метров. На такое быстрое распространение огня повлияли материалы, хранящиеся на складе. При пожаре пострадали более 100 тонн изделий ПВХ, лакокрасочных материалов и оборудования. Только с земли потушить такой объем было очень сложно. Для помощи сотрудники МЧС вызвали авиацию. Сначала вертолет Ми-8 исследовал территорию, чтобы определить лучшую позицию для атаки с воздуха, а потом уже начал тушение. После разведывательных полетов вертолет набирал воду в реке Самара и каждые 10 минут сбрасывал на место происшествия более 3 тонн воды. Всего вертолет совершил 14 сбросов воды. Параллельно с этим к горящему складу были стянуты 2 пожарных поезда и пожарный катер. Железнодорожные пути и водоем находились недалеко от места ЧП. Техника обеспечивала бесперебойную подачу воды. Здесь при такой площади пожара и при тех материалах, которые там находились, конечно же, все виды пожарной техники, которые могут работать в данных условиях, конечно же, вносят свой очень большой вклад. Слаженная работа 209 пожарных и 80 единиц техники позволили сократить площадь пожара до 2000 квадратных метров. Спасатели продолжают проливать сгоревшее строение, а дым от огня и спустя сутки продолжает висеть над городом. Однако предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, заявляют эксперты. Андрей Горгуленко, Анатолий Головко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События. В домах жителей микрорайона Волгарь скоро появится качественная вода. Городские власти и глава Самары Елена Лапушкина контролируют решение проблемы. Первый заместитель мэра Владимир Василенко встретился с инициативными жителями и поделился планами строительства нового водопровода. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. Городские власти приступили к решению проблемы жесткой воды в Куйбышевском районе. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко встретился с инициативными жителями и поделился планами. В микрорайоне построят 2 новых водовода диаметром 1000 миллиметров. Вода будет доставляться с насосно-фильтровальной станции номер 2. Сейчас проектирование будет идти за счет инвест-программы СКС. Вторая тема, значит, губернатору мы готовим предложение, оно попадет в чистую воду, программа федеральная. Городские власти планируют, что около года уйдет на проектирование объекта. Уже осенью планируется провести торги по выбору проектировщика. Еще около 2 лет потратят на строительство водопровода. Еще раз подчеркиваю, дорожная карта по реализации этого проекта готова. Предпроектный договор, мы деньги за счет СКС начали делать. Сейчас в Волгарь поступает вода из подземного источника. После окончания строительства водопровода скважины планируют законсервировать. Они будут служить резервом. Благодаря тому, что трубы будет 2, в случае ремонта одна сможет временно заменить другую. Константин Поколодин, член общественного совета микрорайона, говорит, доволен решением проблемы. Даже перед встречей вот были сроки не 23, а 24 год, и это уже многих успокаивало. О том, что еще на год раньше, то, ну, это всего 2 года, это они пролетят как один день. Вода высокого качества в домах жителей микрорайона Волгарь должна появиться в 2023 году. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.
Улицу Мичурина комплексно отремонтировали уже почти на 90%. Осталось нанести разметку, поставить дорожные знаки и смонтировать ограждение для пешеходов. В четверг ночью закончили асфальтировать последний участок от Клинической до Осипенко. За работами наблюдала наша съемочная группа. Валерий Хрулин самарские дороги ремонтирует уже 10 лет. Знает каждую улицу и каждый переулок. Где какой транспортный поток и асфальт какого качества нужно положить. Улицу Мичурина его бригада ремонтирует по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мастер участка рассказывает, помогает сухая, жаркая погода. А высокопроизводительная спецтехника работает, как швейцарские часы, без сбоев. Конечно, температурный режим по прибытию каждой машины. Отслеживается температура асфальта. Также на вязащие смотрим, то, что, чтобы не было спрессованных углов. Визуально катки работают, тоже отлажено уже. Есть карта, которая сколько проходов именно катки должен сделать. То есть каждый катки тоже у нас с опытом работы не менее 5 лет. Верхний слой дороги составляет 5-сантиметровый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Этой ночью его укладывали на финальном участке от Клинической до Осипенко. Осталось нанести разметку, поставить дорожные знаки, светофоры и пешеходное ограждение, завершить ремонт тротуаров и газонов, а также въездов и примыканий на прилегающие дороги и территории. Улицу Мичурина начали ремонтировать в этом году сразу с наступлением тепла. Идут с опережением графика. Дорога готова почти на 90%. Все идет своим чередом, друг за другом. И фрезерование, и установка бордюрных камней, и установка колодцев, дождеприемных, тротуаров, газонов, схемы ОДД. Причем мы в этом году старались как-то завершить вот один участок полностью 100%. Показательно это был вот участок от Масленникова до Луначарского. Мы его сделали полностью. И уже потом двигались кварталами дальше. Чтобы не вот от Чкалова до Масленникова была в ремонте весь участок такой протяженности, а делали вот кварталами очень даже неплохо. Ремонт планируют завершить до конца лета. Городские власти контролируют качество работ. Мы в качестве технадзора выполняем отбор проб асфальтобетонных, то есть так называемых керн, которые после этого отвозятся в лабораторию, испытываются на физико-механические свойства, замеряется толщина. В случае, если все показатели соответствуют строительным нормам и правилам, а также условиям муниципального контракта, данные работы оплачиваются. Если дорога выйдет из строя раньше гарантийного срока, подрядная организация будет ее восстанавливать за свой счет. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. В Самаре появится новый фонтан. Он украсит перекресток улиц Авроры и Аэродромной. Территория, где раньше располагался стихийный рынок, стала лидером в голосовании по проекту формирования комфортной городской среды. Фонтан строят по просьбе жителей. Как идут работы и какие еще объекты появятся на этой территории, узнавал Олег Зверев. Новый фонтан в Самаре откроют 1 сентября. Сейчас он на стадии строительства. Уже смонтирован подземный водопровод, заливают основания. Сквер на улице Аврора, где раньше располагался стихийный рынок, благоустраивается по национальному проекту «Жилье и городская среда». Преобразится территория от Аэродромной до Мариса Тореза, от проезжей части до фасадов жилых домов. Дизайн проекта предусмотрен на устройство пешеходных дорожек, устройство полностью нового освещения, замена всех газонов, санитарная обрезка деревьев, высадка новых деревьев. Изюминкой данной территории будет и особенностью это устройство фонтана. Фонтана, который будет у нас расположен на как раз створе улицы Аэродромной и улицы Авроры. Споры о том, нужен ли на этом месте рынок или нет, теперь уже не актуальны. Ответ очевиден. Там, где раньше процветали криминал и антисанитария, скоро будет наведен столичный лоск. Новый фонтан станет местом притяжения для жителей и гостей микрорайона. Сквер вернется к жизни. Мы все ждем этого фонтана. И взрослые, и дети. Взрослым по вечерам, чтобы просто посидеть, посозерцать на струи воды. Дети с удовольствием будут, наверное, там шлепать своими лапочками. Я помню еще те времена, когда здесь была зеленая зона до рынка. Тут было действительно красиво до прихода рынка. И когда рынок убрали, мы, местные жители, мы просто вздохнули, потому что ушла грязь.
Масштабные работы проводятся сразу вдоль всего отрезка улицы Авроры. По предложению жителей окрестных кварталов здесь даже посадили лесную 11-метровую ель для проведения торжественных мероприятий и новогодних праздников. Одной из главных составляющих сквера станет спортивная площадка, где смогут играть и тренироваться все желающие. Готово полностью основание. Сейчас будут выполняться работы по монтажу этого оборудования со следующей недели и резинотехническое покрытие. Перекресток улиц Авроры и Аэродромной стал лидером рейтингового голосования по отбору для участия в программе «Комфортная городская среда». Мнение жителей окрестных домов поддержали многие, поскольку это место очень популярно. Здесь соединяются транспортные потоки из разных районов Самары. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. В 63-м регионе работают свыше 400 управляющих компаний. Но далеко не все они выполняют свою работу ответственно. И в таком случае собственники могут организацию поменять. Как выбрать обслуживающую компанию и не прогадать, узнавала Мэри Елчан. Ольга Родина в доме на проспекте Ленина живет 35 лет. За это время сменилась не одна управляющая компания. Вот и 2 месяца назад к работе приступила новая. Прежней организации жильцы были недовольны. Подъезды не мыли, мусоропровод был забит, текущий ремонт не делался последние 3 года. И вы прекрасно понимаете, что проживя 35 лет в этом доме, он мне, естественно, очень дорог. Мне очень дорог этот двор, в котором вырос наш сын. И поэтому я всегда стараюсь принимать активное участие в общественной жизни нашего дома. В итоге жильцы решили сменить управляющую компанию. Члены совета дома обошли все 220 квартир и поговорили с каждым собственником, чтобы принять совместное решение. Выбирали год, и новые УК остались довольны. Все собственники уже видят результат. Во-первых, у нас с 1 мая приступила управляющая компания. Нам отмыли элементарно подъезды, это первое. Во дворах, у нас постоянно с утра, где-то часов с 4, постоянно работают дворники. Какие-то цветочки там подсаживают, красят, скамеечки. В Самарской области более 400 управляющих компаний. Выбрать ту, которая создаст комфортные условия для жизни, не всегда бывает просто. В первую очередь нужно знать, когда создана компания, сколько домов находится в управлении, а также список ее услуг и их стоимость. Мой совет. Первое, что вы должны спросить у директора управляющей компании или у того представителя. Какой договор управления вы будете с нами заключать? Потому что есть модельный договор управления, который разработан Государственной жилищной инспекцией, Общественной палатой и Губернской думой. Мы его готовили, он открытый, там все прописано. Если управляющая компания готова его заключить, то, в принципе, это положительное. Управляющей компании, то есть она готова работать открыто. Важно и местонахождение управляющей компании. Она должна быть в шаговой доступности. Рассматривать нужно несколько организаций и попросить каждую из них составить предложение по улучшению обслуживания дома. Выбор управляющей организации, управляющей компании – это очень важный шаг, от которого зависит все дальнейшее существование дома и как вы будете жить. В каком доме и как вас будут обслуживать. Поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на то, чтобы управляющая компания соответствовала и выполняла все лицензионные требования, которые предъявляются действующим законодательством. Для того, чтобы сменить обслуживающую компанию, нужно за месяц до истечения срока договора направить в УК уведомление о том, что продлевать документ на прежних условиях жильцы не хотят. А подобрать новую управляющую компанию следует еще до того, как откажетесь от старой. Мэри Елчан, Николай Епифанов, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События. Впервые за несколько лет в хоккейной команде ЦСКА УВС будут играть самарские воспитанники. Сейчас спортсмены готовятся к новому сезону. Тренируются не только на льду, но и на земле, под жарким солнцем. Сергей Кизоркин увидел процесс, познакомился с новичками и узнал, какие цели ставит руководство клуба. Жара на улице под 40, а хоккеисты ЦСКА ВВС на спортплощадке к новому регулярному сезону высшей лиги готовятся в непривычных условиях. Москвич Сергей Денисов с детства хотел играть в нападении, но первый тренер увидел в нем вратаря. Интуиция специалиста не подвела. И сегодня Сергей – один из ведущих голкиперов ЦСКА ВВС. Самарскую команду выбрал не случайно. Знаю у главного тренера, менеджмент здесь. Видел, какие ребята подбираются, коллектив какой. Вот, поэтому сомнений не было никаких. Хотелось стать частью этого коллектива, помочь добиться серьезных целей.
Настроение отличное на самом деле, потому что все соскучились по льду с известной ситуацией, да, в стране у нас. Поэтому с удовольствием вышли, с удовольствием прошли медобследование. Сейчас на лед вышли тоже с настроением. Тренерский штаб ЦСКА ВВС в межсезонье укрепляет линию обороны и вратарский сектор. Нападающие в прошлом чемпионате высшей хоккейной лиги показали хорошие результаты. Из прежнего состава остались 14 хоккеистов. Контракты новичков подписали 3 самарских воспитанника. Сейчас вообще тенденция такая, она достаточно положительная в самарском регионе. Да, работают школы и в Тольятти, и в Самаре. И я скажу, что самарская школа, она так серьезно подтянулась. Вот, она дает воспитанников и достаточно так неплохих. Конечно, не хватает им ступеньки для высшей лиги. Еще одной, ну, мое мнение, что это нужна команда где-то в ХЛБ, вот, чтобы они там обкатывались, именно обкатывались со взрослыми игроками, а не в собственном соку. Вот им нужна эта ступенька после ЮХЛ. В новом сезоне у ЦСКА ВВС задача минимум – участие в плей-офф высшей хоккейной лиги. Для нас цель и задача – выходить, выигрывать, показывать хоккей, который будет нравиться болельщикам, за который не будет стыдно ни нам, ни игрокам. Вот, естественно, биться, показывать результат в каждом матче. Ориентировочно чемпионат высшей хоккейной лиги стартует 4 сентября. До этого хоккеисты ЦСКА ВВС проведут 11 товарищеских матчей. Первый намечен на 25 июля в Тольятти с местной «Ладой». Затем их ждут команды «Барс» и «Нефтехимик». Закончится межсезонка розыгрышем Кубка «Лады». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Самарец Андрей Антипов построил настоящий 7-метровый катер. На это у мастера с золотыми руками ушло всего 3 месяца. Теперь капитан корабля покоряет водные просторы вместе со своими родственниками. На одну из таких прогулок Кулибин пригласил нашу съемочную группу. Анатолий Головко воспользовался этим случаем. Прежде чем воплотить свою мечту в реальность, Андрей Антипов прошел тернистый и извилистый путь. От рыбака-любителя до настоящего мастера кораблестроения. Сначала он купил резиновую лодку, но маленькое судно его не устроило. Не хватало комфорта. После этого умелец решил сделать небольшое судно самостоятельно. Тут тоже возникли проблемы. Жена пристрастилась к рыбалке, поэтому пришлось искать выход из ситуации, и Андрей задумался о большом и вместительном корабле. Опыта было уже достаточно, ведь самарец мастерил деревянные самокаты и самоходные машинки с самого детства. Этому его научили отец и дедушка. У всех у дворов мальчишек появилось увлечение, стали делать это. Ну, машинки такие, ну, детские машины. Это сейчас на электрическом ходу, а раньше там пруток взял, согнул педали, два колеса от велосипеда и поехали. Весь накопленный опыт Андрей Антипов применил на практике. Купил все необходимые материалы и заперся в гараже на зиму. Все это время мастеру помогала супруга. Женская работа она все время выполняет. Ну, все равно интересно, руководишь уже как настоящий руководитель. То жена руководит, а то ты женой руководишь. Вот уже какой-то плюс есть в этом даже. На борту все продумано до мелочей. По уровню комфорта катер больше напоминает шикарную яхту. Здесь место для хранения рыболовных снастей, удобные полочки для вещей, шторки от зноя, раздвигающиеся окна и даже полноценное спальное место для отдыха. Катер Андрея Антипова подходит не только для рыбалки и водных прогулок. На нем можно добраться до любого пляжа и укрыться от летнего зноя. В июле в Самару пришла настоящая жара, а друзья, которые отправляются в путешествие на катере с Андреем Антиповым, не упускают возможности искупаться. Мы тоже решили не нарушать традиции и пройти боевое крещение. Поехали! О, хорошо! Друг Андрея Антипова Николай работает на севере. Он не встречался со своим приятелем уже несколько лет. Когда приехал в Самару и увидел катер, очень удивился. Это вдвойне приятно, потому что, ну, насколько вы понимаете, достаточно много людей сильны в теории, а здесь идея воплощена на практике, и просто можете получать удовольствие, прокатываясь на таком катере. Андрей Антипов на достигнутом не останавливается. В планах сделать на катере полноценный танцпол и провести электричество, чтобы каждая вечеринка на корабле запоминалась всем гостям на долгие годы. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. До встречи и не болейте.